Всем добрый день. Сегодня выходной, решил выйти на рыбалочку уже после обеда. До обеда был туман, неуютно как-то, а сейчас солнечно. Было солнечно, ну по крайней мере тепло, 6 плюс 6 градусов, давление начало падать, и вот уже сейчас только что недавно была одна поклевочка, которую я благополучно прозевал. Может, что-то и поймается, посмотрим. Середина января, а тут все гуси летают. Ночуют на полях, вечером вылетают к морю, лазят там своими гусиными лапками, теребят грязь, ил, а потом улетают обратно. Поедатели газонов. Рыбалка – это сплошное ожидание. Ну что ж, приступим и мы. Подождем. А здесь за 5 секунд можно увидеть, как меняется погода в течение 6 минут. Напряженный момент, идет поклевка, оп, и вот вроде что-то сидит. Надеюсь, ожидания мои увенчались успехом. Правда, идут легкие подергивания, и, ну что ж, что-то есть. И это что-то у нас... маленькая рыбка. Вот он, первый трофей за сегодняшний день. Маленький витлинг. Отпустим ее, пусть нагоняет себе сало и весу побольше. Этому неугомонному буксиру не стоится в выходной день на месте. Опять куда-то попер. Немного спустя я увидел, как он тянул огромный автовоз. Порт работает, несмотря на воскресные дни. Рыбалка на этом месте заканчивается. Никакой поклевки больше не было. Просидел 2 часа, поймал всего лишь одного витлинга. Поеду, перееду на то место, где только что проехал буксир. Там сейчас вода немножко взбаламутилась, и, возможно, у меня есть шанс что-нибудь еще добыть сегодня за вечер. Только я здесь устроился, как стал свидетелем гонки буксиров. Здесь свой Париж-Дакар. Они с ветерком проносятся мимо и лихо паркуются прямо у меня под носом. А я продолжу свое ожидание в надежде на хороший и удачный клев. И вот что-то село на удочку крупное. Первая была мелочь, которую пришлось выкинуть обратно в воду. А теперь что-то очень серьезно сидит. Серьезно сидит на удочке. Сопротивление сумасшедшее. Рыба водит из стороны в сторону. Возможно, там трясет головой. Сопротивление, и вот она, рыбка. Вот она, камбала. Фух, как бьется сердце. Думал, что удерет. Думал, что удерет, но она не удрала. Ну вот, в конце концов, и поймалась камбала. Вот такая вот здоровая. Сопротивлялась очень сильно. Я даже поначалу начал сомневаться, что это камбала. Уж такой там был мощный напор. Витлинга я отпустил. А камбалу взял. Естественно, она пойдет со мной домой. Ну что, еще что-то есть? Клев начался с 5 часов. Одна за другой. И вот еще одна камбалюшка. Правда, маленькая, но все равно приятно, что тоже попалась. Мы ее отпустим. Зачем она нам? Мяска мало, а может быть, позовет еще кого-нибудь. Скажет, иди к нам. Вот мы ее и отпускаем. Лети, камбалюха. Оп, удрала. Ну, ушла камбала. А вот еще одна очередная поклевочка. Немного не видно, но все-таки есть. Все-таки есть. И подсечка была хорошая. Сопротивляется тоже рыбка хорошо. Поначалу камбала очень хороший боец. И под конец тоже. А потом тянешь как тряпку. Но все равно интересно, все равно интересно. Интересно, что под вечер все-таки начала
клевать рыба. И я домой уйду с трофеем. Вот она, подходит уже ближе к берегу, уже видно ее, и, опа, хорошо. И скорее ее снимать с крючка. Очень интересно. Хорошая рыбалка. Вот очередная камбала. Только что пытался заснять поклевочку. Чуть-чуть она схватила, а потом опустила. Чуть-чуть подождал, и вот она опять схватила. Кстати, на эту наживку уже третья ли рыбка ловится. Не меняю ее. Вот так вот. Тоже хорошая. Тоже в гости ко мне пойдет домой. Вторая камбала. Нет, третья камбала сегодня. За вечер. Ну а вот второй ветлинг за сегодня. Только что попался. Интересно, я думал, они ночью не такие активные. А вот купился на кусочек селедочки. Очередной вечерний гость. Вот такой у него брюшко, интересно. О, полно уже. Что-то они уже нахватали себе. И все, им было мало, а надо им мою селедку. Вот такой веселый результат сегодня за вечер. Хотя и начали мы рыбалку после обеда. Ну, я доволен. Не зря провел время. Подышал свежим воздухом, половил немножко рыбки.